Короче, это сиквел видео, вышедшего аж в 2016 году. Ссылочка в описании. И, кстати, привет. С вами Айвори. Тысяча благодарностей AGBN за оформление подписки уровня почетный меценат. Дружище, твоя помощь просто неоценима. Господа, 100 лет вас не просил, но не ленитесь ставить лайки. Сейчас это очень важно. А теперь всем приятного просмотра и понеслась. Так называемый Product Placement – это удел дорогих в производстве игр, и Final Fantasy XV – яркое тому подтверждение. Благодаря масштабному открытому миру, большой продолжительности и множеству шикарно срежиссированных катсцен, 15-я финалка обошлась скворечником в кругленькую сумму. Но, как гласит самое известное бизнес-правило, деньги должны делать деньги, а посему появление рекламы на виртуальных просторах последней фантазии было лишь вопросом времени. Еще до релиза Square Enix заявили о том, что заключили контракт с компанией Coleman, которая занимается выпуском продукции для отдыха. Ее ненавязчивый логотип можно заметить на различной походной продукции и дорожных баннерах. Но это мелочи по сравнению с рекламой лапши быстрого приготовления Cup Noodle фирмы Nissan. Видимо, производители гастритной хавки нехило так позолотили ручку игроделов, ибо те не просто добавили их дошек в виде внутриигрового перекуса, а буквально создали отдельный квест, во время которого один из главных героев заявляет, что жуть как хочет заварить БПшку Cup Noodle. И как по мне, это уже перебор. Рекламе, на мой скромный взгляд, надлежит быть нативной, дабы лишний раз не раздражать игрока. Хидео Коджима славится не только лишь своей гениальностью, но и умением спускать непомерные бюджеты на создание своих детищ. Кстати, именно по этой причине его и выкинули на мороз недалекие жмоты из Konami. В первой части видео я рассказывал вам о внушительном количестве product placement, присутствующего в серии Metal Gear, и я еще вернусь к данному вопросу чуть позже. Сейчас же напомню вам об одной из самых заметных рекламных акций, наличествующих в игре Death Stranding. Конечно же, я говорю об энергетике фирмы Monster Energy, который присутствует в каждом убежище, что посещает протагонист игры Сэм. Причем данная отрава играла далеко не декоративную роль. Энергетическое пойло можно и даже нужно было употреблять для повышения выносливости постапок курьера. Я тут слышал, что в режиссерской версии игры, доступной only на PS5, рекламный напиток заменили на вымышленный энергетик Bridges Energy. Счастливые обладатели пятой плойки. Напишите, так ли это на самом деле. Кстати, а вы знали, если бахнуть баночку энергетика, после чего надеть специальные очки, то Сэм моментально окажется в живописном фэнтезийном мире многопользовательской игры Lost Ark. Здесь он, как в общем-то и ты, может сражаться с опасными монстрами, соревноваться с другими игроками, исследовать удивительный мир, полный тайн и интересностей, или же увлечь себя более полезными делами, такими как рыбалка, охота, археология и так далее. О, чуть не забыл тебе рассказать. 22 декабря в Lost Ark вышло свежее обновление с новым классом. Новоиспеченный класс Чародейка – это четвертый представитель архетипа Маг. Могущественная красавица наделена уникальным умением подчинять себе силы стихий, обездвиживать противников, управлять молниями и использовать мощь огня. Как и всякий маг, Чародейка вооружена длинным посохом, помогающим ей кастовать дистанционные заклинания, что делает ее взаправду сильным бойцом дальнего боя. Помимо этого, в игру добавили новый рейд, в ходе которого смельчаки смогут сразиться с всесокрушающим владыкой иллюзий Альверсу. Дабы бросить ему вызов, тебе придется собрать команду из 8 игроков с рейтингом сражения не ниже 1490. И, конечно же, не обошлось без традиционного зимнего события. В этот раз искателям предстоит отправиться на остров Винтердорф, в резиденцию дедушки Клауса. Обиженный огр Бранд Красный Нос пообещал испортить приближающийся снеговей. И теперь перед героями стоит важная задача – сделать все необходимое, чтобы праздник состоялся. Как мне кажется, тебе это под силу. Но для начала перейди по ссылке в описании, скачай Lost Ark на свой ПК абсолютно бесплатно. Забери щедрые подарки, а после отправляйся в мир завораживающих приключений. Создание отдельного рекламного квеста – это ничто по сравнению с легендарной компанией Sega, которая не постеснялась изменить дизайн своего маскота, синего ежа Соника. Однако, правда ради, стоит упомянуть, что редизайну подвергся не сам ежик, а его каноничные кроссовки. В Sonic Adventure 2 игольчатый бегун предстал перед игроками в модных педалях фирмы Soap, специализирующейся на выпуске скейтерской обуви. Помимо этого, в игре нередко мелькают баннеры данной конторки. Немного агрессивная реклама, как ни крути. Тем не менее, многим ежовым фанатам зашли обновленные шузы, вследствие чего продажи кроссовок Soap сильно подскочили, а значит, реклама в играх делает свое дело.
Знаете, иногда мне кажется, что Fortnite — это в меньшей степени игра, нежели площадка для продажи скинов и разнообразного продакт-плейсмента. Ну вот, к примеру, форточка была замечена в коллаборации с брендом Nike и их кроссовками Air Jordan. Думаете, все? Нет, не все. В те самые суровые карантинные времена в игре прошел виртуальный концерт известного всем, кроме меня, рэпера Трэвиса Скотта. А также состоялась премьера трейлера фильма «Довод», которая проходила на огромном экране аккурат внутри игры. Ну, что тут еще добавить? Денег много не бывает, чего не скажешь о рекламе. Уверен, многие фанаты Сталкера слышали о скандале вокруг NFT, что планировали ввести в сиквеле. Не, ну а что вы хотели? Разработка Сталкача немалых денег стоит, надо как-то отбивать. А то майки и так игру в первый день в Game Pass дропнут, какой там заработок? Но не будем о грустном. Лучше вернемся в далекий 2007 год, год выхода Сталкер Тень Чернобыля. В те светлые времена игра делалась GSC Game World, слыхом не слыхали о криптовалюте и этих ваших NFT. Зато прекрасно знали, как работает Product Placement. Всякий поклонник франшизы Stalker точно знает, какую марку ноутбука предпочитает пресловутый барыга Сидорович. Но, конечно же, Asus. Ну а энергетический напиток нон-стоп украинского производителя красуется аккурат над темечком неблагородного торгаша. Собственно, данное пойло встречается на протяжении всей игры. И снова возвращаемся к Sega, ведь не Соником единым. Если вы не знали, то у Sega существует внушительная серия игр-платформеров Monkey Ball. И на второй ее части с подзаголовком Super Monkey Ball игроделы неплохо так заработали. Но, конечно же, не без участия старого доброго продакт плейсмента. В ходе игрового процесса протагонист игры обезьянка собирает бананы. Но не простые бананы, а спонсорские. Стоит лишь присмотреться, как глаз моментально цепляется за логотип Dow Food Company. Крупнейшей сельскохозяйственной транснациональной корпорации по производству фруктов и овощей, что расположился на каждом цифровом бананчике. Как говорится, большой компании большая реклама. Я обещал вам сказать пару слов про Metal Gear. Выполняю. Производство четвертой части серии обошлось Konami в баснословную сумму. И все потому, что Кодзимыч делал не просто игру, а полноценный фильм, состоящий из неприлично огромного количества мастерски срежиссированных катсцен. Так вот, дабы отбить часть потраченных денег, гению пришлось добавить в игру, загибайте пальцы, телефоны фирмы Sony Ericsson, кроличий журнал для больших мальчиков, полноценный iPod, являющийся частью геймплея, футбол, Юникло, мотоциклы Триумф, энергетики фирмы Регейн, и это далеко не все. Что не говори, а Кодзима умеет не только тратить деньги, но и вполне успешно их зарабатывать. Серия игр Pinkman — это своеобразная стратегия пазл для всей семьи. Короче, типичная миленькая игрушка от компании Nintendo. Основная часть геймплея заключается в исследовании мира и сборе различных вещей, которые могут пригодиться для решения пазлов. И тут хитрым японцам пришла в голову гениальная мысль. А почему бы не налепить на самые обычные предметы рекламу известных брендов? Так в игре Pinkman 2 засветилась следующая продукция. Батарейки Duracell, бутылки и крышки 7-Up, арахис, соевое масло Skippy, фломастеры Chapstick и так далее. Причем реклама вписалась настолько органично, что геймеры даже не подняли шумиху, в отличие от моих зрителей, которые вечно бомбят по поводу рекламы. Любимую франшизу твоей девушки Sims не обошел стороной беспощадный продакт плейсмент. Однако особенно сильный рекламный удар приняла на себя вторая часть серии. Тут вам и мебель от IKEA, и автомобили марки Ford от Ford Motors, и шведский бренд одежды H&M имеется, и это далеко не все. Если честно, на мой взгляд, Sims — это самая удачная площадка для рекламы шмоток и прочих женских хотелок. Да хоть всю игру брендами увешай, ведь всегда можно оправдаться, мол, это все ради реализма. Темы политики на данном канале я не касаюсь, но информация, о которой сейчас пойдет речь, уже давно просрочена, так что не считается. В аркадном автосимуляторе на выживание Burnout Paradise нетрудно заметить рекламные плакаты, агитирующие голосовать за Абэму. Столь наглый продакт плейсмент появился сразу в нескольких играх для Х-коробки, аккурат перед выборами президента Соединенных Штатов Америки. В политагитации были также замечены Madden NFL 09, NASCAR 09, NHL 09 и Skate. Интересно, сколько майкам заплатили за столь спорную рекламную акцию? Олды тут? Помните веселенькую аркадную покатушку Crazy Taxi, разработанную ранее упомянутой Sega? Скорее всего, играя в нее в юношеские годы, вы и не замечали, как пассажиры транспортного средства просят вас остановиться у ресторанчика Pizza Hut. Take me
to Pizza Hut. Party time. Или же KFC, а то и вовсе попросят доставить их к модному магазину одежды Levi's. Данный пример доказывает, что реклама может быть ненавязчивой и даже идти на пользу эфемерному миру, придавая ему пуще реалистичности. Ну и, конечно же, увеличивать продажи спонсорских товаров. Куда ж без этого? А вот вам пример крайне неудачного и, я бы даже сказал, навязчивого продакт-плейсмента. Если рестораны Pizza Hut в Crazy Taxi смотрелись вполне органично, то в игре Phantasy Star Portable 2 Pizza Hut засветилась не в виде внутриигрового перекуса, что было бы логично, а в качестве полноценной брони и оружия. И выглядит это, мягко сказать, неуместно, будто бы данный скин разрабатывал Вася Мододел из 5B, а не маститые японские игроделы. Да, щит из коробки для пиццы и посох в виде лопаты, на котором лежит мучное изделие, это, конечно, кринж. Есть чем дополнить или хочешь продолжение? Тогда снизойди в комментарии, напиши свои примеры реклам в играх, и они обязательно станут частью следующего видео. Также не забывайте подписываться на канал и другие социальные сети. ТикТоки, там Яндекс.Дзен, уютный чатик ВКонтакте для бесед по душам, ссылочки в описании. Ну а ежели тебе импонирует мой контент, тогда ты можешь стать спонсором канала, получив за это приятные бонусы. Или же по старинке выполнить простенькую ютубовскую рутину. Жми лайк, делай репост, дергай похотливый колокольчик, рубай все уведомления на своем видеофоне, ляпай девственно чистые комментарии и подписываться на канал не забывай. В общем, будь активным. На этом все. Всем удачи и пока.